Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами по-прежнему мы. Да, я знаю, что мы вас уже задолбали, но... Придется еще одну каточку потерпеть. Потерпеть, да, совсем немножко. У нас сейчас состоится последняя карта, второй уже дуэли на сегодня, да, 1-1, Минески и Мист Траст, и это решающая игра, которая определит сейчас, кто же идет дальше по квалам воевать против MVP Феникс, также в Best of 3 каточки, а кто же отправляется домой ни с чем. Вот, собственно, турнирная таблица, да, только что на ваших экранах тогда были составы команд. Ну и конкретно по матчу. В принципе, игры были неплохие. И первая, и вторая. Они были понятные, что самое главное. И вроде как пацаны там что-то даже пытались сделать, то есть воевали. Порой там какие-то паралимпийские игры у нас были, но тем не менее... И с другой, с одной и с другой стороной такое наблюдалось, так что каточки получались достаточно ровные. Ну и третья карта. Минески играют у нас за Дайров, Мид Траст играет за Радиант, и у нас уже пошли интересные пики. И баны. В бане у нас оказывается Рейс, Кинг, Инвокер и Ликантроп, Нага, Сирена, Эмбер и Драгон Найт. Слушай, пики достаточно дефолтные. Бэтрайдер, Дум, Вайпер, Тренд, Протектор. Вот не хватает прям Шадоу Демона, Патмы, я не знаю. И кентавра. День сурка просто, чтобы был. Ну вот, у нас сейчас показывают связочки по героям. Бэтрайдер с Думом 56% винрейт имеют. По отдельности тоже чуть выше 50%. То есть герои весьма неплохие. Тренд, Протектор и Вайпер вместе имеют винрейт 66%. Вот так вот из 18 очень игр. Очень даже неплохо. Да, две трети игр все-таки выигрывают эти товарищи. Но у соло Вайпера мы видим винрейт не такой уж и высокий. 46,6. Хотя я уверен, в последнее время его винрейт начал значительно расти. Потому что герой стал пользоваться чуть больше популярностью. Да, и наконец до команды дошло. Что герой весьма юзабельный, особенно против милишных керри, которые нынче в моде. Но, с другой стороны, всяких там СФов и так далее, он не особо хорошо с ними разбирается. Продолжает рейнджовые керри очень-очень сильно избивать тиммейтов Вайпера. Хотя Вайпер сам по себе по-прежнему смотрится хорошо. Ну и ТНК, Лейкилс, Абба, Кут и Бумбел. Состав у Мид Траст и... Джей, Нма, Ова, Джесси Ваш и Джио. У Каспера прям в глаза уши и ужас каждой игры, я скоро вообще тебя потеряю. Я говорю, я скоро фаерболка стану, когда буду прочитывать эти никнеймы. Я смотрю, Годхант прям взмыли у него руки к небу, это же мой любимый Шадоу Демон, как же я мог жить без него. Ну и Морфлинг появляется у Митраст и... Я могу из этого положения просто не выходить. Надо сидеть просто вот так вот, типа. Да, как там опять. Да, он не младший. То чувство, когда ты угадываешь все пики подряд просто. Да, Шадоу Демон, Патма, Тренд, Протектор, друзья. Мы где-то это, кажется, уже видели. Ну, надеюсь, в этот раз Патму так не нафидят в начале, до выхода крипов, дав ей два фрага. Посмотрим. Ну, Морф уже подразумевает под собой то, что ребята из Мид Траст готовятся выходить в лейт. В принципе, так же было и в прошлый раз. В прошлый раз из сильных лейтов у Минески была только Темпларка. И в результате эта Темпларка всех и убила. Собственно говоря, если сейчас... Я бы сейчас задумался. Нет, ну, учитывая то, какой, какая была Патма в прошлой игре, я бы вообще не волновался по поводу этого героя. Я больше волновался сейчас по поводу Вайпера, который будет стоять в миде, скорее всего. Так, минус Разор и минус Рубиц. Санкинга оставили в пул, я думаю, сейчас... Ну, к аппарату, кстати, Welcome to Epicenter. К аппарату, кстати, хотя, погоди, ну а что к аппарату? У нас морф тогда получается в миде, да, вот этот стандартный уже мидовый морф. Дум,
В легкой Бэтрайдер сложной? Или Бэтрайдер в мид вообще? Я думаю, здесь фармящий Дум будет. Скорее всего, упор будет сразу на два керри. Возможно и так, ну посмотрим, посмотрим. Тут, в принципе, только капитаны команд сейчас могут знать. А что если Бэтрайдер в мид, Думу, Флейн, Морф на изи? Вот именно, то есть тут можно по-разному расставлять линии. Тут вариантов очень много, и сейчас мы посмотрим. Сейчас вот, собственно, Лейкилс, который на пике сидит, и это который Иисус, да, тот самый, как там вчера или позавчера Вилат говорил. Блин, стоило Санте его один раз назвать Иисусом, и все. Иисус. И вот теперь у нас везде Иисус. Уже четвертый год он Иисус. Да, 13 секунд остается. Давай, Сан Кинг, не морозь мне. Уич Доктор! Dire team pick. Неожиданно. Не, Вич Доктор очень классный товарищ, так, мне он очень нравится. Спорит? Ну, посмотрим, посмотрим. Тем более, вот тоже один из тех героев, который в последние дни буквально стал опять всплывать. Про него когда-то там помнили, да, сейчас он вновь со своими каски. И винрейт, ты посмотри, 60 матчей, 51% винрейт, ну почти там 51,7%, это нормальный винрейт для героя. Саппорта тем более. Да, да, то есть, why not? Почему бы его в принципе чаще не юзать? Стан у него неприятный, хилочка есть, если вы собрались вдруг там повоевать лишний раз. Ну и ульта, в принципе, всегда полезная, причем она всегда притягивает к себе внимание, то есть заставляет тебя фокусить. Что уводит внимание от твоих там керри героев. Либо просто текать. Да, или же просто убегать. Но если есть какой-то фиксатор, типа Войда Пака там, или еще что-то в этом духе, или Тренд Протектора, то Войд, ой, не Войд, Вич Доктор заходит вообще ага. Отлично. Это Тинкер. Это Вайпер. Это Тинкер. Это Вайпер. Это Патма. Где-то видел, да, уже подобные вещи. Но на самом деле у нас с утра был Тинкер с Фурионом. Я не хочу вспоминать эту игру. Это просто ночной кошмар мой был. Утренний кошмар сегодня мой был. Мне вообще казалось, что я сплю. Постоянно хотелось себя разбудить и прекратить просмотр этого ужасного зрелища. Но я, к сожалению, не мог этого сделать. Друзья, извините. Если не бегал, Версут, ущипни меня. Ну что ж, начинаем смотреть. Последняя карта. Лейклс, Морфлинг, Бумбел, Ancient Apparition, Кут на Бэтрайдере, ТНК, Witch Doctor и Абба Дум. Вот Дум у нас уходит в центр. Такой грозный весьма Дум. Команда Минески. Джей играет на Тинкере. Джейси Ваш потом. Оуа, Shadow Demon, да, и что у нас там еще? Джина, Trend Protector и ASX Viper. Ну, он, кстати, примерно так же и говорит. Тоже такой... Я сейчас... Мне просто нравится, вот как раз у Viper озвучка просто шедевральная. Если вы не слышали, там есть всякие Dota 2 вики, зайдите и просто прослушайте разные именно... Слушай, сейчас тычечка может быть 5 в 3. Эмоции Вайпера, да-да-да, скорее всего, ее сейчас не будет, потому что что правильно? Не, они за Tower спрячутся. Потому что тут ребята отойдут. Не-не-не-не-не, говорит! Нет, блин. Не-не-не-не-не, говорит вся команда Минески. Да, Минески тоже решили не идти. Ну а что они там сделают? Семечко посадят в этом морфа, ну и окей. Так нормально, взрастет же вода. У него же перекачка все равно есть, ему плевать абсолютно. Так что им бы там пришлось похуже. Ну и... Вайпер у нас улетает фармить на топ. В миде у нас остается Тинкер. И в сложное у нас будет Патма, Тренд и Шадоу Демон. Примерно то же, что мы наблюдали в прошлом матче. Там тоже Патма с Шадоу Демоном была сложная. И там тоже вроде бы был Тренд Протектор. Или нет, или да. Или да, вроде бы. Если вспомнить все матчи, где был Тренд Протектор, придется вспоминать вообще все прошедшие квалификации. Ну, кстати, да. И смотри, Вич Доктор сразу же успешный сентрик. Разбивает он вард. И сейчас куда-то сюда воткнуть. Давай сюда воткни. Ну, хотя сюда, в принципе, не особо надо. Ой, пошел. Говорит, пошел ты, Патма, отсюда, Вич Доктор и Ancient Apparition. В миде у нас готовится вылазка на Дума. Ну, милишный герой, конечно, Ганга чуть удобнее, но Дум тоже не так прост. Он знает, что суппортов нигде не видно, и поэтому не высовывается из своего леса, да, вот из-под вышечки. И ждет, когда же появятся суппорты, когда же хоть один из них даст о себе знать. И вот он дал о себе знать, это Shadow Demon в миде. Какой-то разговорчивый. А то! Опять что-то принял. У нас перерывы, да, весьма продуктивно проходят.
Ну и что, куда пойдут эти самые саппорты? Вернуться обратно на сложную линию? Пока, да, пока они все-таки убегают на свой оффлейн. Тут нас продолжает Вич-Доктор патрулировать. Морф фармит. Морф все это время спокойненько себе бил крипов, спокойненько их не добивал. 5-2 у него статистика после первых двух пачек, я так понимаю. Не, Морф себя чувствует будет великолепно. Он тут перекачался, у него атаки тьма, ласт-хитов проблемы не может быть. Что-то 397 хп и 64 атаки. Ну, хп немного, да. Если все-таки Патма его там, точнее, Shadow Demon спрячет, начнет у него стреляться Патма, то Морф, я думаю, просто начнет перекачиваться, и его жизни мало что будет угрожать. Тем более, что всегда есть Вич-Доктор с касками, который вроде нормально должен подсейвить. Более, если атакующих героев всего там парочка. Так, как у нас там дела в миде? В миде у нас наконец начинает Дум активно принимать участие в крипа-добивании. У него, кстати, только 2 крипа, у Тинкера 10-10. Так, а Думу трудно добивать крипов. Задач. Лазер в лицо и... Ну, причем, смотри, второго левела лазер и больше ничего не прокачивал. Он, видимо, ждет момента, когда пригодятся либо ракетки, либо покусаки. Да, Думу здесь не сладко. Да, конечно, не сладко. У нас там на топе начинают гореть на Вайпера, и у Вайпера серьезные проблемы. Вайпер, 6 стаков на Вайпере. Вайпер прожимает стики, и это First Blood. Вот, конечно, тут Вайпер плюс. Получил очень много сейчас опыта, золота и так далее. Он вернется быстро на лайн. Крипы, кстати, под его вышкой не сдохнут, потому что... Потому что они дерутся с другим крипом, и вышка их не расстреляет. То есть он успеет даже на экспириенс этого лайна. Да, и вот сразу же должен быть телепорт сюда куда-то. Вайпер. Купил телепорт, долго очень думал, в результате он не успел вообще ни на какой экспириенс. Слушай, ну это проблемы шерифа. Так, у нас тут нападение тем временем на Вич-Доктора. Вич-Доктора забирают. Хорошее исполнение комбинации Shadow Demon и Патма. И прогоняют у нас Даблу отсюда подальше. Вич-Доктор возвращается на линию. Ну а сделать они здесь вряд ли что-то смогут. Челентач сейчас через 4 секунды только будет. И, в принципе, могут еще раз его убить. Это не особая проблема. Да, маны просто нету у Патмы. Вот в чем дело. Там на одну стрелу вот только-только сейчас накапает. Тут очередная засада. Аппарата сейчас, скорее всего, надо убивать. Бэтрайдер полетел. Ну, сейчас ему лучше вообще не быковать там. Смотри, начинается у нас очередная, кажется, заруба. И каски отлично залетает. Это минус Shadow Demon. Но тут Патма очень сильно оплошала. Да, будет минус дерево, не успевает дерево отсюда отойти. Патма пытается пробить Морфа, но Морфу пофиг. Тут очень большая была ошибка Патмы, потому что когда полетели каски, они летят очень долго. То есть Патма могла сгруппироваться, отойти в сторону, и тогда бы Shadow Demon'у, ну, что-то бы угрожало, но второй бы рикошет в него не попал, естественно. Так что тут такая подстава небольшая получилась. 3-2. Ну и очень агрессивные у нас получились линии здесь. Там продолжает гореть Вайпер. Бэтрайдер переагрит и вышку с себя. Ну, боже ты мой, второй фраг такого же типа. Сколько это будет продолжаться? Бэтрайдер это устраивает? Бэтрайдер, видимо, просто не хотел экономить тычку, потому что там очень много напалма было на Вайпере, и бонусный дэмэдж слишком высок для того, чтобы мансить с тычкой, чтобы пытаться переагрить вышку на крипов. Ну, второй раз погибает он, Вайпер, в принципе, особо не страдает, Вайпер уже обгоняет Бэтрайдера на уровень, у Вайпера уже есть 6-й, теперь ты так не подлетишь к нему, вот в чем дело. Тут дело в том, что Тинкер уже почти 6-го уровня, и у него 27-21 против 6-0. То есть... Если быть точнее, он добил 50 крипов, в то время как Дум добил 6. Нормально. Знаешь, ну, не пошло немного, но тот бывает. Случай, когда можно сказать, мид проиграли в 10 раз. Почти. Ты почти в каждой игре, я думаю, можешь сказать примерно такое же, да? Не, ну это как считать. Если дело вообще хреново с математикой, можно даже при равном миде говорить «в салат». Не, на самом деле, вот если мы зачастую говорим, что мид вроде там где-то что-то кто-то перекрипил, кто-то там перестоял, то сейчас действительно просто идет тотальный разнос. У Дума нетворс 1600, у Тинкера 2500. Цепляют, Бэтрайдер пытается улететь, ну улетит.
И я вот хотел как раз тогда сказать, подметить этот момент, что Бэтрайдер вернулся после смерти на линию не с телепорта. Он понимал, что у Вайпера уже есть шестой, что если сейчас Вайпер просто подойдет в наглую, в него плюнет ульт, Бэтрайдер умрет. И поэтому Бэтрайдер пешком шел на линию и сейчас смог... Сейчас придется делать то же самое. Не, ну и что, зато он стянул на себя суппортов. Теперь Морф себя чувствует чуть более спокойно. Дум в миде там теперь, правда, чуть больше очкует, потому что в любой момент могут прибежать суппорты стопа. Они как раз этим и занимаются. Судя по крипам, думал, вообще на очки сидел весь мид. Реально боялся сделать тычку каждому крипу. Не, ну 8 крипов и то неплохо. Тут, правда, 37 уже, но это мелочи. Тут, не, мало того, что просто 37 добитых, еще и 30 деднайных. Ну, если смотреть по опыту, то Doom 4 левела. Только-только 5 получил, Тинкер 7. О мой бог. Вы смотрите, что вообще... Дум, походу, он вообще типа, не понимает, что происходит, но он не видит шеду демона, и подмут только-только вот увидели, и то не факт. Так что Дум боится, что его хотят загангать. Нет, шеду демон не стал проявлять агрессию какую-либо. Он думает, что там и так все зашуганы, что мне еще и выходить куда-то на линию. Может, а тут настакивает Патма, Патма пока знает, что нечем ей заняться, она просто делает Тинкеру отводы, чтобы тот, как только получил тревела, сразу же заработался на соло-ринг плюс огромное количество опыта. Очень грамотно сейчас играют Минески. Ну а тут продолжает фармить Лейклс, да, через вот этот супер ранний мидас. Очень-очень много денег будет вывозить этот самый Морф. Ну и Морф, он страшный, как ни крути. Морф в лейте, он очень лютый. Да, мы вчера уже смотрели, что происходит с саппортами на 40-й минуте. Просто... На самом деле, ровно это же может происходить с суппортами и там на... Вот очень мне порадовала реакция Вич-доктора, когда с него слетел смок, но он продолжил идти дальше. Вот там с таким же успехом могла находиться, ну, мог находиться кто угодно, я даже не знаю. Там Тинкер, если... А, у него ракеты, кстати, есть у Тинкера, у него 3-2-3 схема прокачки. А у него уже 8 уровень, естественно, что ему тут не прокачиваться? Дум, я вот смотрю... У него тревела сейчас уже будет буквально минуты через полторы. Дум тут 5-го левела такой ходит. Ну вот, мне кажется, у Дума там что-то поджилки дотрясутся, хотя вроде бы товарищ уже не первый год в этом деле. Миллион иллюзий будут Думу наваливать. А Ро... Ай... Ты посмотри, тут за домом погоня. Такой зоопарк, да, за ним выехал. Так вот, мне кажется, что тут связано с тем, что Дум просто очкует чересчур, потому что ну, любой другой нормальный человек, он бы в любом случае добил крипочков чуть побольше. Несмотря на то, Тинкер-то в тебя все равно лазером не по кулдауну стреляет, верно? Да, даже если Тинкер по уже в последнее время вообще не стреляет, он говорит, ой, хорош, короче, там и так все плохо. Ну и вот, он Дум продолжает стоять здесь под вышкой, вообще никуда не выходит, пошел за иллюзией, погонялся самую малость. Это все последние достижения этого товарища. Там по тму на ботами немножко Морф поднапряг. У Морфа, правда, тут все, ну, супер круто. Морф уже 4500 нетворца имеет. Ну и вот Тервела. Вот сейчас Тинкер, если его не остановить, а его будет трудно остановить, он быстро получит все свои необходимые айтемы, там какие-то Тервела, точнее Тервела уже есть, догоны. Ой-ой-ой-ой-ой, Бэтрайдер. Ну, просто подсейвили аппарата. Вот Мид, они сейчас поняли, что если нафидить Вайпера, будет все очень плохо. Они, видимо, смирились с тем, что Тинкеру они ничего сделать сейчас не смогут. В принципе, Тинкера в теории сможет потом летать, отстреливать Морф через репликейты. И Бэтрайдер, в принципе, тоже теоретически может. Как раз вот вижен Бэтрайдер дает такой необходимый вижен во время гангов по Тинкеру, который прячется в основном в лесах. Посмотрим, посмотрим. Бэтрайдер! У него маны нет. Ну, кстати, Бэтрайдер-то, смотри, он 3-2-0. Разменился, но тем не менее, 10-я минута, ему до даггера 2 сотни. В принципе, для оффлейна очень даже и неплохо, я бы сказал, стоящего на лайне. Да, учитывая то, что он на линии уровень. Был. Да. С линии он вроде бы не уходил, так что, нет. Да, очень неплохая ачивочка. Тут на что, Батма продолжает делать многоспауны на эншентах. Ну, сейчас, по идее... Не должен появиться. Не должна появиться, да, пачка крипов, да, не да так и есть. А, ну там все равно он заблоченный. Тут уже заблоченный многоспаун. Ну, тогда надо фармить. Сейчас смотри, найдут Патму. На, находят Патму. Дум 6 уровня. Патма! Потрясающие мансы. Вот мне очень понравилось, как ребята мансили, да, и сразу же здесь спалили. Ну и выходят они на линию. Должны забирать тавр, по сути, хотя это будет трудно сделать под фортификационным линкармором. Дум, блин, несмотря на то, что он провалился, он покупает себе рецепт на мидас. Но он понимает, что из-за того, что он провалился, с фармом у него вообще беда. И что все равно команда противника, как мы видим, драться не хочет идти. И он все равно будет фармить, продолжать. Ну, в смысле не хочет? Тут достаточно одного пацана.
Стрела, стрела в крипа. Ну, в смысле, какого пацана? Чего вот достаточно? Этого. Ну, так, Тинки, он не дерется, он дефит вышки, все. Их он... никто не убьет, я имею в виду команду. Так они сейчас в пятером тратят огромное количество времени, в то время как дерево в медле фармит, Shadow Demon там получает уже какое-то количество опыта, они в пятером бьют тавр. Тавр, который Living Armor'ом сейчас отхилят. Ну вот они сейчас это с первого раза, я надеюсь, поймут и перестанут заниматься подобными вещами, и продолжат просто фармить у себя под вышками. У будут четвертые покусаки, а они будут совсем скоро четвертые покусаки. Тут ловить вообще будет нечего. Дело не в том, что ловить нечего будет. Дело в том, что Тинкер, заводя игру в суперлейт, делает хуже для своих же ребят. Потому что, в принципе, он-то неплохой товарищ. Но, с другой стороны, у него там контроль будет неплохой. Да, да, с ним появится Хекс из Aerial Dagon, он этому морфу может тоже объяснить очень даже и неплохо. Да, тут проблема в том, что у Патмыны Творс 1800, и Патме фармить негде. Но и это вот Патма с шестью добитыми крипами. То есть Дум сейчас смеется ей в лицо после своего мида. Дума бы сейчас не смеялся вообще. Я бы день траура сделал. Так, ну и морф. Морф, заканчивается у него репликейт. Вайпер уже здесь, вайпера ульта есть. Ну и все, вот Тинкер начинает свои путешествия. Есть Soul Ring, есть 1700 на руках. Третий пока по кусаке, потому что на эншентах немного саппортов подкачал. Разделили экспу на троих. Я бы не сказал, что это неправильно, потому что Shadow Demon тоже шестой уровень очень даже нужен. Дерево он вообще необходим. Кровь из носу, кстати, остается всего 4 опыта. Ну вот смотри, сейчас тут засада готовится то ли на вайпера. Да-да-да. Подходит сюда у нас еще Бэтрайдер. Бэтрайдер с даггером. Ну, у вайпера проблемы. Каски. Да, прыгает на него. Ой, как здорово, ШД подсейвил. Здесь не получится вытащить здесь. Вайпер просто отходит, пошла мека. Ну и все. Ну и все. Вот опять этот Shadow Demon со своим дизрапшеном. Действительно, очень сильно помог он только что. Грамотный подсейв и очередная атака от команды Mistrust провалилась. Все это время Патмас спокойненько стоит на топе. Крипочки, крипочки, крипочки. Все хорошо. Тинкер, 2000 на руках. Что будет? Дагер, наверное, на следующем айтеме? Или бы сразу Хекс пойдет? Ну, я думаю, скорее дагер, потому что вообще Тинкер, которых сложно поймать, убить его будет действительно сложно. Бэтрайдер даже с дагером не всегда будет справляться с этой задачей. Так, Тренту отдает 200 голдишечки. Так, я так понимаю, на Аркан Буцина. Да. Угу. Ну и морф тоже продолжает фармить. У морфа там появится какая-то линкинсфера скоро, чтобы всякие вайперы с аганимами в него не плевались. Ну не надо забывать про Патму, как сейчас делают ребята. Вот он уже очень долгое время стоит на топе, просто получает экспу и фармит. Никто и ничего не делает. Вот смещает сюда Бэтрайдер, уже неплохо. Не получится так фрифарм настоять. Да, ну и Дум начинает, точнее, сейчас усиленно подъедать крипов, и Деваур, и Мидас. Время начинает работать на Дума, он уже потихоньку догоняет Вайпера, у Вайпера, в свою очередь, появляется Power Trace, да, кроме Меки, ну и вот он даггер на Тинкере. Все, Тинкер пошел, Солринги, даггеры, он съедает все, Тинкер начинает люто фармить. Действие команды Mistrust, надо кого-то ловить, нужно ловить да. Патму, например. Патма это один из запасных вариантов, если у Тинкера как-то что-то вдруг не пойдет, Патма сейчас отфармливается. Ну вот она сейчас и пытается отфармиться, Бэтрайдер залетает из лесу, прыгает и не успевает поймать. И сразу же телепорт пошел. Телепорт от Shadow Demon'а. Shadow Demon, кстати, не попал под ульту Ancient Apparition. И пошел под хил от вышки. Моментальное реагирование от Минески. Очень четко они все делают. Почему Бэтрайдер не успел? Потому что он тормоз. А, ну это да, это многие вещи оправдывает. Ну, не знаю, видимо, долго там то ли целился, то ли не допрыгнул немножко, но анимация, да. Даже анимация на самом деле не пошла, вроде как у лосо. Я уже думал, там Тинкер полетел избивать морфа, но не тут-то было. Тут какой-то супер коварный план рисуют. Файерфлайт уже откатился, даггер, естественно, есть, лосо тоже есть. И можно. Ну, ждали, возможно, ульти опорачено, сейчас она откатилась и под нее. Ну, там стоит, опять же, Shadow Demon. Shadow Demon караулит, он сейвит Патму, но знать бы, что там стоит Shadow Demon, и Бэтрайдер бы совершенно спокойно мог делать телепорт в мидл и идти избивать того же Вайпера. Тут у нас что, агрессия теперь от Минески? Ну, я не знаю, возможно, попытаются реализовать связку. Shadow Demon плюс Патма. Сигналят, мол, ребята, тут есть что-то. Патма. А, Роу попадает, тут же сейф ТП. Ну, смысл. Я смысла вообще не вижу. Я не понимаю, почему они туда ныряют. А там Тинкер запрыгнул. Ну, Тинкер, кстати, как запрыгнул, так и упрыгнуть отсюда сейчас. Там Ливинг Армор, а что ему сделать? Сейчас покусать его. Нет, ну вот с Думом, конечно, его разберут. ШД, будет ли под сейф? Под сейва не будет. Минус Тинкер.
Да, Тинки разобрали, не очень приятно получилось. Там еще, кстати, Патма пытается убежать. За ней тут же Ancient Apparition догонку. Living Armor висит, тут подходит уже Вайпер. Морф не успевает догнать, естественно, тут Патму никак. Патма уже отхилилась, еще и пробить как-то надо 6 стаков эти. Так что все нормально. Ну и тоже Мидас у Патмы. Ну, Тинкеру на самом деле не нужно ему умирать, он хороший очень уровень, высокий, и... Он успел купить себе став, поэтому не особо много денег потратил. Цепанули, но это минус. Дело не в том, что... Там Маледикт, там он... очень много дэмэджа. Да-да-да, тут быстро забирают Вайпер, ну как, не слишком, а он успеет, быстро, успел забрать Вещь Доктора, действительно, лол. Неплохо. Так вот, тут дело не в том, насколько много он потерял, дело в том, насколько много он дает этот Тинкер. Я же говорю, что он топовый левел, он постоянно фармит, и он очень сильно подфиживает вражеских там суппортов, да и керри героя там тоже. Займет лишний опыт, не против бы. Так, Дум. Вот пошел 11 уровень, второй реарм. Ну что, форстав будет теперь? Или это... Ну, это догон, догон. Ты догон? Чё, форстав? Вон же там нулик еще лежит у него в инвентаре. Ну тогда может быть жара. Ну тогда у Вещдоктора будут серьезные проблемы, потому что у него 650 тоже. ХП, да. И... Ну, аппарат он стоит дальше, чем Вещдоктор. Вещдоктор, он же все-таки в бою находится, ему и каски надо кинуть, и ульт поставить, и это же еще стоять где-то надо там недалеко. Так что Вещдоктору вообще будет кисло. Ему нужны брассерки-брассерочки сейчас. Хотя бы один брассерочек ему купить, просто чтобы добавить себе лишнюю сотенку ХП. Тинкер тут просто на даггере туда-сюда. Сейчас маны не стоит, может мансовать как хочет. Нормально, ТПшечка же есть. Так что все окей. Так, аппарат 8 уровня. Как там дела идут у Морфа? Морф у нас тоже тут 11. Но Морфа все, мы продолжаем говорить, что у него все просто шикарно. Да, появляется линка, 17 минута. Сапог линка Мидас, в принципе неплохо. 1000 уже на руках. Ну, сейчас пойдет какой-нибудь из Эриал. Хотя, если появится догон у Тинкера, не факт, что это тот самый айтем, который должен появиться первым. Но, с другой стороны, отбиваться он сможет очень неплохо. Ну, ты прикидываешь, лазер и догон... Бэтрайдер прыгает, хватает кого там, Вайпер в очередной. Там опять сейф ШД. Запрыгнул Патма, Старшторм, Бэтрайдер. Огромные проблемы, еле Думер живой. Мол. Ну и Тинкер продолжает прыгать, правда, сразу же ловит каску. Пошли покусать. Репликейт. Надо добивать этот репликейт, и он погибает. В общем, что мы имеем? Мы имеем то, что продолжают ребята игнорировать наличие Shadow Demon'а полностью. Shadow Demon тоже четко исполняет свою задачу. Как только кого-то ловят, сразу же кидают дизрапшн этого товарища, чтобы его сразу не начинали убивать. Ну и аппарат непонятную какую-то ульту выдал. Невразумительную. Пока не получается у ребят с Бэтрайдером что-то реализовать. Вообще хоть одно лассо. Да, одно лассо было. В медле убили Вайпера, но при этом Вайпер успел забрать еще и доктора. Да, доктору досталось, конечно, изрядно. Полечили. И 1000 золота всего лишь разница между командами Страст и Минески. Это 20-я минута. Да. Это вообще ни о чем. И Тинкер, я думаю, сократит эту 1000 золота. Ну и вот он Морф со своей линкой и 1500 на руках. Морф, конечно, будет продолжать фармить. Дальше, что ему собирать, вот если так посмотреть. Я думаю, статы, просто, чтобы было сложно его занюкать быстренько. Я думаю, Яшу Манта ставил, может даже с ультимейт орбы начать, может быть, скади какой-то. Вот мне тоже кажется, Манта ставил скади, мы какой-то увидим. Ну, либо же Эзериал, не Эзериал. Просто Эзериал, он-то и Тинкер его будет рад его Эзериалу, вот в чем дело. Да, у Тинкера сейчас второй догон уже будет, грубо говоря, после пачки крипов. А, и не добился. Или добился? Добился, да? Можно купить второй догон. Если, конечно, будет его грейдить, а не пойдет в хекс. Такс. Ну и Тинкер, собственно, да, вот еще пытается эншитов под... Которых нет. Подформить, да, действительно, которых нету. И пошли тут апсы, сентри, кстати. Так, Вайпера находят. Лол, а как он тут вообще оказался? Его сразу же лассасируют, пытается увести, прячет. Вайпер, Дум еще висит. Демон. Ну не, Вайпер здесь, скорее всего, погибает. Еще один стан. Там еще и Shadow Demon погиб. Вайпер тоже в таверну. Ну что ж, неплохо здесь подрались Мидстрас. Точнее, отвратительная позиция была у Минески. Непонятно, что они там вообще забыли. Это пункт номер раз. Пункт номер два. Как они вообще... Почему там Shadow Demon еще оказался? В смысле, почему не стал сразу убегать? Первое правило забыл. Да, забыл первое правило паблика. Что Тинкер подпушивает.
Я думаю, Хекс будет, да. Судя по количеству золота, которое появляется и... Так, тут Тинкер передумал лететь на крепочка к Думу. Нет, да у Дума ультимейта нет, на самом деле. Не, но он все равно, он такой, сначала на крипа тпшился, потом опа, отменил. Думает, ну и баня. Что там у нас в миде? В миде у нас видно, как аппарат фармит. И аппарата видят. Но там же нету своего бетрайдера, который мог бы прийти. Там есть это Мунлайт, который можно нажать и прийти в тупую. В принципе, да. Но... Его же тоже нажимать надо где-то не слишком далеко, а там же Вижн может быть. Так, ну и что у нас там у Морфа, опять же, посмотрим. Нет, Морф все-таки решил собраться вот через Эзериал, да. Окей. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Вышка в медле. Должна осыпаться. Фортификейшна нет, дэмэджа очень много. Патма настреливает, вайпер настреливает. Там Дум с фланга подходит, и пошла ульта аппарата. Ульта аппарата попадает по вайперу, правда, пока только. Ну и вышку потеряли. Ультимейтор. Динкер. Да, это выход в Хекс, и тут тоже все понятно. Ну, блин, мы уже видели просто сегодня Тинкера, который тащил на себе катку. Будет ли это такой же товарищ? Осьминог это или нет, ты имеешь в виду? Ну да, именно так. Будьте здоровы, товарищ Роман. Ох, спасибочки, я прошу прощения, что-то на меня сегодня напала эта чахотка, то еще что-нибудь. Организм бунтует просто. Да бультует. 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 Вайпер, ультимейт, сбивают Линку, Морфинг, огромные проблемы, тут же уходит на репликейт, Рут, Дума цепанули, Шадоу Демон спрятал, это, мне кажется, зря, Старшторм в никуда, Дум пытается уйти, лазер, ракетки, ульта аппарата летит, Дум погибает. Да, ульта аппарата тоже в никуда, аппарат в этой игре вообще не попадает ничем, ни по кому, мне вот это больше всего, не знаю, аж передергивает, но если у вас плохой Ancient Apparition, то почему вы его взяли? Челента чем-то попадает, наверное. Ну, и то хорошо. Ну просто я еще вообще не видел, чтобы он толком куда-то попал. На самом деле фартануло сильно тем, что был репликейт, иначе бы и морфлинга здесь тоже забрали. Ну и что, забирает очередную вышку Минески. И я так подозреваю, что к Хиксу как никогда близок сейчас Тинкер. А это очень ранний будет Хекс, всего лишь 24-я минута. 1500 на руках уже есть, 1600, он продолжит темп фарма, он явно не убавится. И... Что, вот сейчас 1000 до Мистик Стаффа, будет в том-то для него вообще не проблема, пару залетов и... Это залет, боец! Видишь суслика? Нет, а он есть. Ты ДМБ не смотрел? Смотрел. Так, что у нас тут у Морфа? У Морфа уже готов, Эзериал? Почти, почти прям. Ну, кстати, вот гангать Морфа — это затея заранее провальная. Я просто вспоминаю времена, когда мы играли на Ставкапе, и мне довелось играть на Морфе тогда. Учитывая то, какой я криворукий, и меня там ни разу тогда вроде бы не убили, в результате я вышел, да, через там 50 минут и всех пованшотал. Но если это играет Лейкилс, а этот товарищ достаточно опытен, то вот так вот его-то дурачка ловить — это затея вообще гнилая. Ловить на дурачка — это немного не то понятие. Ловить на дурачка — это... Это типа Шадоу Демона ему отдать? Да. Ну посмотрим, посмотрим. Дурачок, иди. Сейчас Эзериал в тебя влетит, и мы сразу врываемся. И мы потом поможем, пацан. Ты, главное, переживи. Так, здесь Морф вгрызается. А он уже с Эзериалом. И уходит на репликейт. Пытался ваншотнуть Морфу, не пошло. Ультапарата. Заблочил спаун. Кстати, да, почти. За 40 секунд до его появления. Не, ну я уже говорил о том, что... Сейчас, да, сейчас, ладно, было сложно там попасть, типа быстро все дело произошло, но я говорю про те места, когда там, в принципе, драка уже более-менее готовится к началу, туда предварительно залетать должна... О, Тинкер! Бетрайдер, ты взлетишь или нет? Да взлети же ты, боже ты мой, вот же вот этот Тинкер стоит! Неужели поймал он Тинкера? Аппарат потащил, он начинает замораживать, Мунлайт пошел, минус аппарат. Тинкер замерз. Ты слышал это, да? Поперхнулся. Поперхнулся тем, что ему там напихали три типа. Дум с криками, открывай шире, нас тут двое. Не, ну этот бетрайдер с Тинкером, которые стоят просто вот с разных сторон одного дерева, и да, и высматривают противника, это, конечно, ну они же не могут камеру от третьего лица вот так включить, как мы с тобой любим, между деревьями. Между деревьями просматривать, да? Ляху противника. Ща, вот так, вот, опа, вон, Патма, например, бегает где-то далеко.
Вот самый тренд-протектор и просто лес показан. Это все тренд-протекторы. Да, все тренд-протекторы, одни большие тренд-протекторы. Так, у нас там морф. О, шаттл демон. Да, смотри, на пат мы прыгнули. Рут, морф, а есть и репликейт, а репликейт есть. Ультаппарат, это посмотри, сейчас по патме ведь залетит. Нет, почти, почти залетел, попало по вайперу. Это, кстати, тоже немаловажно. Вайпера нужно забирать здесь. Вайперу буквально три удара дать сейчас, и вайпер должен погибнуть. Так. Прогоняют отсюда морфа, морф уходит, вайпер, кажется, тоже уходит, да? Не, это даже не назвать прогоняет, скорее просто надоело. Мана кончилась, он просто уходит. Ну ладно, уже черт с вами. Ай, беги, крыса, короче, потом тебя доберут. Не, ну что ж, в принципе, драки уже неплохо идут в пользу команды Мистер Траст. Да, морф здесь нереально силен, как ты и говорил. Еще далеко не 50 минут, у него далеко не... Даже, я бы сказал, у него есть два слота сейчас. Два, это Эзериал и Линка. А как же Мидас? Нет, не вариант. Я бы его в отдельном слоте держал. Надо придумать в доте отдельный слот под Мидас, да? Угу. Чтобы тогда он вообще еще... И автобайм сразу туда добавлялся, как только ты собираешь. 1550 есть там? Типа, хочешь ПТ купить, а хоп, сразу Мидас, да. Не, ну, шутки шутками, так куда-то там ультааппарат полетел, а на Рошанчика... Не, ну, гнать на Мидас морфа, это вообще, типа, глупо. Ну, конечно. Это герой берется с задумкой, то, что ему надо выформить 3, 4, 5, 6 слотов и всех убить. Чем больше, тем лучше, да? Да. Тут, само собой, у Бэтрайдера форставчик уже готов, Тинкер продолжает подфармливать Эншентов, но то, что у Тинкера сейчас нету ни хикса, ни чего такого, да, ни догона замакшенного, просто морф в Эзериале такой вроде мансит, ты ему хочется, хочется получить этот красный луч смерти. Да, ты ему только пс, и все, и морф в теории должен уже себя не так хорошо чувствовать, учитывая то, что он в основном все-таки в локость перекачанный, когда шваркает с Эзериал Блейда. Ну и вот приятный момент для команды Mist Trust, то что Shadow Demon теперь не жилец. Вот он уже купил себе два брасера, он знает, что Морфлинг будет уделять ему отдельное внимание. Ну, Shadow Demon ходит с песенкой «Сколько я засейвил, сколько пересейвил, изорел». Да. Ну, first target. VIP-персона, я бы сказал. VIP-персона, ну... Тревела появляется морфа, то есть сейчас его не то, что поймать, с ним вообще что-то сделать очень тяжело. И вот он Хекс. Хекс, ну вот хорошо. С Хексом попроще, можно сбить Линку и не выпустить банально. То есть дэмэджа-то может хватить и без Тинкера. Тут вайпер, патма, ну патмы, правда, набор туриста. Ультимейт Торп, Мидас, Стики, Базилка, 1800. Ну, понимаешь, вот эта патма, это лучше, чем патма с Линкой. То есть, вот вместо вот этого видят всего можно было купить себе. Ну, сбили. Но сейчас я минус морф, потому что он летел уже с репликейта, и да, его убивают. 728 в копилку. И этот аппарат, вот мне просто интересно, вот почему он всегда вот так вот бьет, что ульта долетает вот по краешку леса, почему нельзя где-то вот тут остановить, чтобы она вот так вот шваркнула? А что, если кто-то сидит в лесу, в прежний раз там? Ну, действительно, да, кстати, вот я, извините, не просчитал этот момент. Просто он постоянно, он и вот здесь внизу, там вот буквально кончиком там людей цеплял, ну, why? Почему? По белкам. По белкам? Фармит белок? Фармит белок. Ты видел, сколько денег ему падает сразу с такого ультимейта? Я вот прям смотрю, что... Долларов по 300 от команды. Лещей должны ему падать за такие ультимейты. Но он уверенно идет к Аганиму. То есть он будет теперь еще и промахиваться крутыми ультами. Так. Линка у патмы все-таки появится. Но сейчас уже ладно. Сейчас действительно полезная штука. Все-таки морф очень страшный. Заблочить хоть что-то, летящее в тебя от морфа, это уже хорошая штукенция. Да, то, что морфа сейчас убили, это большой бонус для Минески. Что, кстати, по графикам? По графикам 500 золота преимущества у Митхов и 5000... У кого? Миф. Мификал. Хорошо. Ладно. Миф. Как правильно? Ну, правильно, мит. Мит. Знаешь, это как в школе, да? Язычком. Да я весь монитор заплюю. Если буду говорить их правильно. Мит. Мит. В конце эфира, да, прям потеки. Фонтан просто. Так, дум, БКБ, дагер. Ну что ж, неплохо. Ну что, Мунлайт опять и готова ворваться. Правда, тут драка уже будет 5 на 5. Тут центрик стоит, вот в чем дело. И Тинкер обидит. Тинкер ушел.
Морф, Эзериал. Прокаст по Тинкеру, Тинкера тут должны забирать. Подожди, засейвили, пока еще жив, Вайпер даст ли меку, нет никакой меки, ставится вард, как много залетает в потму, Шадоу Демон. Как же больно там всем, ты посмотри, это минус Шиды, это минус Тинкер, Тинкер, правда, делает байбек, возвращается в драку, но драки, кажется, не будет, увидели этот байбек и сразу же петли оттуда, петли, все, все свалили. Все убежали, все довольны. Ну классно, развели Тинкер на байбек, сделали два минуса, что может быть лучше? И Тинкер со своим супер фарм потенциалом сейчас там минуту не будет фармить. Да, мало того, что он минуту не будет фармить, он еще и денег потратил. Да, он, ну на по байбек, сути, он 15 уровень. Тысячу золота там, грубо говоря, у него уходит на байбеке там на смерти туда-сюда. И еще там полторы-две минутки фармить он не может. Это тоже где-то тысяча. Да-да, тоже где-то там тысяча золота. То есть сейчас все сделали архи круто, ребята, из команды Mid Trust 14-9. По деньгам, видишь, после этого момента сразу они выходят вперед. Потому что Тинкер не может этот график как-то устаканить. Ну и продолжает здесь подкушивать Эншентов периодически. Вайпер с аганимчиком там. На самом деле сейчас вот если Вич-доктору дать еще время, у него, правда, сейчас пока вообще ничего нет, кроме сапога и перчатки. Не, Вич-доктор, понимаешь, вот с этим комплексом суппорта, он считает, что аппарат только фармит и что ему артефакты не нужны. Хотя ульты у Вич-доктора покруче будут пока. Ну, пока да. Так, взлетает Бэтрайдер, там Тренд и летит сюда Вайпер. Вайпер, стан, ульта Эйншента Паришина. Ну и попадает хорошо в Вайпера, утащили также сюда Тинкера, Тинкер минус, Вайпер. Краски великолепные, там еще флеймбрейк, минус Шадоу Демон и погонится ли за деревом, нет, нафиг за ним гнаться, минус просто 3. Заберут вышку. Просто минус 3 и Тинкер после тауэр. Байбека, ты понимаешь, его 70 секунд не будет, это минус еще один тавер, как минимум, можно сместиться в мидл, потом понимаешь, на 3-1. Сколько это денег? Это сейчас 1067 упадет в секунду просто. Да, вот да, сейчас да. Минус вышка, они и могут на Т3 пойти, они могут пойти на Т3, его 55 секунд они не будет. Они пойдут на Т3? Слушай, да, 9 секунд до ульты Ancient Apparition. Развели на байбек Вайпера, можно свернуть, можно пойти дальше. Но сейчас, если получится кого-то щелкнуть быстренько. Но у Морфа есть Зерил. Так в том-то и дело. Вот, ловят Вайпера, Вайпер подумал. Прыгает Бэтрайдер, ульта от аппарата полетела, попадает по Вайперу. Минус Тренд Протектор, минус Вайпер. Вайпер. Это ГГ. Ну, не то чтобы ГГ, но линию могут здесь потерять. Линию потеряют 100%. Но с Тинкером они будут продолжать играть. В том-то и дело, то что Тинкер сейчас задача для него усложнится. Да, стараются максимально быстро сносить линию. Несут бараньи. Бараньи упадут. Да ты повтори, еще 25 секунд его нет. Его не будет 25 секунд. Но все равно, больше одной линии все равно не снесут, потому что так там еще тир один стоит. Блин, это очень жестко, и Морфлинг сейчас на кармане имеет 5 кусков. Да, Морф с таким успехом сейчас баттерфляй себе какой-то притарит. Посмотри, он ныряет, хочет еще кого-то щелкнуть. Шадоу Демон, ну если... Ну, не допрыгнул репликейт. Он до патмы дальше, да, и уходит в репликейт. Все нормально, 5200, то есть можно покупать себе смело либо Скади, либо баттерфляй, в зависимости от его предпочтений. Стоит Рошан. Тинкер только что очень сильно... просадил свою команду, отдавшись вот в этом моменте. Ну, не то, чтобы он отдался. Я не обратил внимания, как он там оказался в этой драке, но очень агрессивно действовали Mid Trust. И смотрим графики. Вот сейчас должно просто произойти что-то. Ну, там просто скала. Вот реально. Да. Фух. В долю секунды. Вот видите, здесь и здесь. И тут разница, ну, где-то в минуту, наверное, на этом промежутке. Может, полторы. И это 10 тысяч золота. Слушай, как офигенно играть, да? У тебя, типа, стоит фулл сторона. Т1, Т2, Т3. Один файт, пух, сбрило. Просто стороны нет. Еще два таких файта и мега-крипы. Ну, вообще-то, да, так и должно быть в идеале. Но это все вот тот байбек Тинкера. Если бы у него сейчас был байбек, конечно бы отковырялись. А так как он в прошлый раз выкупился, то сейчас он не мог ничем помочь своей команде. И аганим у Ancient Apparition'а. Как там было в, у Минески ТВ? Аппараты! Не смотрел этот видос с Минески ТВ? О, чувак, тебе предстоит буря эмоций. Мы обязательно посмотрим или, может быть, покажем после окончания этого матча. Опять вам ролик с Минески ТВ. Ребята с Филиппин вроде бы, да. Слушай, ты в курсе, что... По-моему, Вилат рассказывал, что... Что? Эти ребята очень быстро набрали популярность у себя. Это... Ты их послушаешь, ты поймешь, почему они очень быстро набрали популярность у себя. Это первый паблик в Фейсбуке по Доте, вообще по второй Доте, который набрал миллион подписчиков. Минески вообще организация, как организация, они очень древние. То есть это одна из самых действительно старых, если не самая старая, не самая крутая организация в принципе e-sports вот на Филиппинах, да, в Филиппинах. Так что тут все весьма-весьма
неоднозначно. Они, да, они первые набрали миллион тогда подписчиков в Фейсбуке. Это был такой момент. Ну что, ты один, дефит пока получается с Лингармором. Но что у Марфа? Марфа Тарасочка. То есть ему, в принципе, плевать. У него 2000 хп. Вайпер регулярно своей ультой сбивает Линкенсферу Марфу. Ну, неплохо. Не, ну у него-то кулдаун меньше, чем КД у Линки. И, в принципе, это нормально. Сейчас он, может быть, даже попадет просто ультой в Марфа. Но не тут-то да будет. Толку с Тараской? Ну что это даст? Это даст, я не знаю, минус... 300 хп, он отойдет на долю секунды. На крайняку есть перекачка. У них-то аппарата нет, чтобы подблочить как-то. Смотри, тут уже все, тут уже пошли за Т4 приниматься крипы. Они, кстати, куча развалят, милишников. Если сейчас никто сюда не придет. Ну да, куча милишников, они сейчас действительно этой вышки половину здоровья точно снесут. И надо идти дефать, а идти Морф, дефать. Запрыгнул, Линку, сбили. Минус вайпер. Оуныч, 20 на 9. Графики уже 14 тысяч золота. Позиционно. Минус 1. Позиционно Мисс Траст сейчас просто доминирует. Бетрайдер летает уже под вражеским тир 2 тауром. Прыгает, не точно. Заходит он хавает Рошана. Тайм, он просто хавает тайм, потому что ребята в это время изничтожают хавают Рошана. Тайм вот эти вот пацаны, которые почти снесли Т4. 320 хп осталось у Т4 вышки. Там, да, там, пульта. Там есть типа тренд, который типа отрегенит. Если там вышки сейчас не останется, регенить будет нечего. Минус Рошан. Тинкер готовится закидывать по кусак. Тинкера просветили. А Рул в Марфа, Рут, Аегис забирает Дерейл. Забирает Аегис. И у Марфа проблемы, да, Морф под Эзириалом. Сейчас можно в него зарядить чем-то магическим. Так и есть, минус Морфлинг. И Аегис летает с трэм-протектора. У него есть байбек и тревела. Морф не будет делать байбек. Он понимает, чем это аукнулось для Тинкера в свое время. И сейчас байбек делать не будет. Нет смысла абсолютно никакого. Что у Тинкера? У Тинкера 2300. Даггер, Хекс. Что, он не будет грейдить догон? Мне так нравится 12 тысяч картинок соурингов, когда фармит просто Властелин колец. Трэмп тут уже начал регенить вышку по полной программе. Он понимает, что если сейчас этого не сделать, можно вообще лишиться строения. Кстати, Трон может регенить? Да вроде должен. А чё он его не может? Ну, откуда я знаю. Такое же вроде бы строение. Тут Тинкер опять сейчас будут ловить. Тинкер правильное направление блинка выбирает. Курьершке. Зачем тут курьер у нас полетел? Курьер полетел. А, это просто на разведку, я так понимаю, он полетел, да. А не, там еще поинт бустера захватил. Каски. Ну вот, Вич-доктор. Наконец он одумался и покупает себе поинт бустер. Накапало. Ну реально накапало. Что ты думаешь, он нафармил? Да, в принципе. Дерево. 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 Я не понимаю, действительно, почему по КД сюда не залетает... Может, хватит? Это байт на вышку? А, он Т1, Ри, ну это, естественно, важнее, ты чё? Вот Т1, которую сейчас снесут за один заход, это куда важнее, чем отрегенить Т4, которая еще, блин, дофига регенить нужно. Ща. Мне кажется, у него неправильно расставлены приоритеты немного. Да, Т1 трудно будет задефать, хотя с таким количеством покусак крипы не подойдут. Но у нее нет бэкдор протекшена. Морф может сам заехать спокойненько и расстрелять ее за 2 секунды. Да, и вот крипы, собственно, добежали, так что тут ну, все. Вот и Морф. Вот и Морф, да. Ну, смотри, вышки быстро объясняет. Видит твои корешки. Да, замедосировал, там туда-сюда, прыг, скок, все нормально. Ну и вот, наконец. Тренд одумался. Или, может быть, просто больше. Да, больше ничего регенить нельзя, поэтому он решил порегенить хотя бы. Короче, пришлось. Да. Вынудили. Так не хотелось эту вышку хилить. Может, Тренд уже хочет закончить эту игру? Может быть. Пусть там, не знаю, Рошана регенит, я не знаю. Если бы на Рошана можно было Левинарма кидать. Это жесть. И у него у Рошана растет дружелюбие к тебе. Потом, типа... Больше у него ничего там не растет. Еще минус Тауэр. И все это для морфинга? Да. Все для тебя. Ну, вот я сейчас могу так. В образе. Я другую рубашку просто одел, поэтому я не так похож на Стасяна. Тебе надо усы и бородку. Я же говорю, и пучок волос сюда еще на грудь. Это мы приклеим. Вы мне все время обещаете, до сих пор не приклеили. Арена ждет. Вруны. Надо будет, да, отобрать у него. Ну что, форстав у Ancient Apparition, Аганим есть, форстав есть. У Вич-доктора уже... Т4
1300 золота, так что догоним мы недолго. 16 тысяч преимущества. 40-я минута, конечно, не прям-таки очень страшное число, но страх в том, что оно будет только увеличиваться. И... Не, увеличиваться оно будет до поры до времени. Вот пока, ну, вот пока вышки это 2 часа, чего пойдет последнее. Да, и все. Ну, а потом-то оно остановится. Вот в чем прикол. Я думаю, нет. Не, ну если ребята из МИД... Они будут подходить к хайграунду, там Shadow Demon. А что там происходит? Сбрило. Дерево. Неуда. Да-да-да. Вот так. Эй, вы пятеро, идите сюда, четверо. Я вас троих последний раз здесь вижу. Как-то вот... Не, ну у Марфа примерно такой диалог, и, точнее, монолог будет в направлении вражеского хайграунда. 300 на руках. 3200. 3300. 3400. Да, можно бесконечно смотреть, как течет вода, как к воде идет фарм, и как вода делает ваншот. Ох уж это вода. Ну ему да, ему сейчас Мидас продать, точнее, да, Мидас пока продавать не нужно, Манта Стайл дособирать себе. И... Да, дособирать Манту, вот потом нафармить на либо Сатаник, либо что-то потом, хотя на Старасской, я думаю, Сатаник уже не нужен. Вообще не актуален, мне тоже так кажется, он и так неплохо себя чувствует. Баттерфляй какой-нибудь. Ты когда в последний раз видел, чтобы драка затягивалась больше, чем на, там, 5 секунд? То есть ему отжираться, если смотреть драку Марфана, затягивается ровно на каст Эзериал и ваншот. Я бы и дракой это, наверное, не назвал. Ну, может быть и так, да. Вот он, тот самый Морф. Ездит еще Эншитов чужих забирает. Вот это на самом деле важные такие моменты, когда забираешь ближние спауны у противника, Эншитов забираешь, вот лишаешь даже малейшего фарма, только вот такие вот огрызки, добегающие до базы периодически. Там еще дерево, смотри, смотри, смотри. Вышку зарегенил? Зарегенил. Дерево уже там с жиру бесится, крипов регенит. Почему нет? Катапульту купил. Не, на самом деле, типа да, если нечего регенить, то why not? Так, там взлетел Бэтрайдер. Если нечего регенить, значит уже все либо очень хорошо, либо уже все настолько плохо. Ничего не осталось, да. Мог бы он отстраивать что-нибудь? Смотри, смотри, смотри. Стрела. Бэтрайдер. Нормально. Увернулся. Продолжается вот этот пуш, правда пушем это нельзя назвать, потому что на хайграунд ничто не заходит, никто не поднимается. Для этого нужна манта Марфу, манта к нему летит, по идее. Заход на хайграунд должен быть один конкретным, потому что, ну, дерево он объяснил, что он Т4 отрегенивал, вот это порыв крипов не добив ее, оставили ее фуловой, грубо говоря. Это да. Телепорт от Тинкера в мидл. Проблема в том, что Тинкер будет постоянно вот так делать. И если заходить, то надо заходить, не знаю, возможно, в смоке. Вот откуда-то, не знаю, вот отсюда. Ну, просто залететь. Там, не знаю, чтоб либо вот так вот команда забежала, Мор там отсюда с своевом каким-то запрыгнул. Тогда нужен такой вижен, да, своеобразный. У меня тут веселые рисуночки. Да, вот он мотостайл. И догон у Тинкера уже какой-то там, четвертый, наверное. Или третий? Четвертый. Ха, угадал. 20% шанса-то. Норм? Подсмотрел. Ну, не, не 20, побольше. Первый ты сразу исключаешь, ну, по-любому. Блин, ладно, ладно. Говорил. 25, хорошо. Хотя, если со зрением так хреново, ты видишь красную палку и не понимаешь, что там. Ну, это стики заряженные, может быть. Слишком заряженные стики. Просто... Стики в рейдже. Стики в рейдже. Ну, ждут Рошана, я так понимаю, да, не хотят рисковать. Мид... Траст. По деньгам уже 20 тысяч перефарм. Блин, и как ведь все шло хорошо до одного момента. Вот до тех самых заруб на нижней линии. Тут было там 2500 денег. Вот в этой точке конкретно. И потом только пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот примерно как Тинкер кричит, только взаправду. Так, где же? Там Траска, БКБ, Шивы... Там нет дэмэджа этого, чтобы убивать, понимаешь? Ну, Патма не может столько настрелять. Погоди, Патмы, Яша и ПТ. И Линка. Не, ну ладно. Линка не помогает настрелять. Линка, сейчас, хорошо, сейчас Линка нужна, все, хватит уже подкалывать. Не, я не подкалываю Линку, я говорю, из дэмэйдж. Не, я говорю, что про себя уже, сам себя успокаиваю, потому что я сейчас тут бы опять начал изливать. Ах, этот гребаный шар. Сколько можно? Бёрнинг, разлогиньтесь. Там бы было бы еще БКБ. О, Тинкер, Тинкер, Тинкер. Братюня. О, look at it go, говорит. Ты зачем он потратил? Ну, Тинкера он потратил, на самом деле. Там еще Морф у нас, я так понимаю, решил повоевать. Тинкер делает байбек, но это, мне кажется, последнее. Где-то я это уже видел. Это последнее, что сделает Тинкер сейчас. О, братюнь, а ты что-то на лоу-граунде-то забыл?
Морф, мне кажется, тут немного оплошал. Мог бы пойти сейчас и Тинкеру кабину расшатать. Не, у него кулдауны зарело. У него был адаптив страйк, у него был вейв тогда. Он просто подошел бы к Тинкеру и пару ласковых таких, знаешь, дружеских подзатыльников дал бы. Хотя, думаю, если бы у меня был такой друг, то я бы уже давно где-то слег с такими подзатыльниками. Морф. 5000 у Морфа. Че, баттерфляй или скади? Скади, баттерфляй, баттерфляй, скади. Давай, ваши ставки, господа. Я думаю, скади, скорее всего, будет. Не, ну, баттер, конечно, неплохо, но от кого защищаться баттером? Ну, грубо говоря, здесь с руки только патма наваливает. Не, ладно, вайпер, сир, извините. У вайпера гонимый мека. Сир, не извиняйте, идите нафиг. Ну, действительно, нетворсы очень слабенькие. Так, у меня что-то произошло. Вот так вот надо сделать, да. 28 тысяч стоимость морфлинга. Давай, мы оба с тобой не угадали. Это Аегис. Блин, точняк. Ну, хорошо, Дум. Баттер, скади, скади, баттер. Не, думаю, тут что? Возможно, еще Кирасу какую-то захочется брать. Кирасу, скорее всего, будет, да, ну. Я думаю, вариантов нет. Хотя он может уже начинать изгаляться. Тут вариантов победы очень мало. 25 тысяч по золоту. Ну, куда? Ну, в смысле, куда? Ты у Морфа видел деньги на руках? Вот, куда? Пью-пью-пью-пью-пью-пью. О! 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 Привет! Сейчас будет говорить ТНК. Look at it go! Ну, сейчас, да, сейчас атака по пяти целям. Если кто не в курсе, что дает Аганим... Мзды он дает. Да, он дает мзды. То есть 4 рикошета от... вот, кстати, только что одну стрелу отрикошетил благополучно вещдоктор. Так вот, 4 рикошета от снаряда Дезварда. Причем оно прыгает так по очереди. Да, от первого ко второму, второму, третьему и так далее. То есть не сам вард во все стороны расплескивает дамаг, а именно отскоки от противника. Сейчас вы увидите, как это работает, если вдруг у вещдоктора получится поставить хороший Дезвард. Ну, дамаги там очень много залетает. Так, у нас тут вещдоктор пушит... Рут, достали, морф. Не стоит забывать о том, что у нее Аегис. Ты смотри, там не стоит забывать о том, что там по троим, по двоим пока попадает Ancient Apparition, и он с Аганимом. А значит, отсюда вряд ли кто-то вообще уйдет, прыгает. Оп. Морф. Минус Патма, ГГ, пишет Тинкер. И команда Mist Trust встретится с MVP Феникс. Но уже завтра вроде бы. Кирияки мои, я надеюсь, меня поставят Кастик. Я буду топить просто за всю фигню за них. Я думаю, что именно тебя надо будет туда поставить, чтобы ты прям сидел. Горить просто адски. Вот, к нам сейчас присоединится, правда, Дмитрий Light of Heaven. Дмитрий Ластевич. Да. И он сейчас по полочкам нам разложит, собственно говоря, что произошло, как произошло. Что ты делаешь? Дима, это... Это не шарф, Дима. Это петличка. Да. Да, да, вроде бы так. Проверь там, чтобы не замучено было. Это мой телефон. Алло! Там лампочка горит сверху, должна красная, и все. Я разберусь. А, вот так даже. Ну ладно. Дмитрий, у вас очень маленький запас слов, я бы сказал, на одно деление. Вы можете поздороваться, в принципе. Да, видимо, батарея уже просто села. Ну что, рассказывайте, Дмитрий. Да, всем еще раз здравствуйте. Пик Минески — это неслыханная наглость. Нельзя пикать такое количество кэрри в одну тиму, не имея фактически никакой защиты. То есть, да, единственный, кто спасал ситуацию, это Тинкер. И все. Остальные — это еще Мирана, Вайпер, этот герой, которому нужно миллион слотов. Под ним еще стоит Шадо Демон, Тренд Протектор, который вообще ничего не делает, если этих слотов нет. В итоге только Тинкер что-то в этой игре делал. Ну, а у Митраст это пик шикарен. У тебя один контроль Бутрайдер, который любого наказывает. Второй — это Думбрингер, который также любого наказывает. Морфлинг и два агрессивнейших саппорта. Как мы видели, всю драку они искали Минески, чтобы найти в диспозиции. Один раз нашли, и из ровной игры у нас игроки... Вот да, там как раз был этот момент. Тинкер, когда сделал байбек, они отошли, потом вернулись... Снесли всю сторону за один заход, просто три тауэра, бараки, то есть там действительно, и сразу десяточка у них нарисовалась. Я думаю, что если бы не было Т1, Т2 на мидле, игра бы закончилась именно в тот момент, когда они убили, потому что они бы снесли, скорее всего, еще и миддл-лайн, и там можно было уже вот эти две заветные буквы в чат отправлять. Ну, я как могу сказать, то есть игра заканчивалась после одной ошибки, вот с Тинкером, потому что у Минески не могли не делать ничего. Летал у нас Морф, ему ничего не сделаешь, пока не будет хикса на Тинкере, пока этого хикса нет, он набирает 6 слотов, и если ошибаюсь
ошибутся Минески, ничего страшного. Морф, он в любой момент тебя передепесит. Но если ошибаются Митрас, то Морф тебе просто сносит всю базу. И вот эти вот герои, вот Мирана, самый бесполезный герой в итоге по игре. Колосса ничего вообще не сделал. Просто не только у нас бомбит по просто поводу бегал. Я не говорю по поводу артефактов, просто вот пришли они хардлайн, пришли триплой. Агрессивный триплой хотели убивать. В итоге Трент и Шаду Демон куда-то убежали. И минут их там вообще не было. Морф поднял второй левел. Да, они просто кинули Патму. Патмы было 6 крипов. Там мы тогда замечали, когда она отправилась на топ дофармливать. На Патму потом положили болт, и она, в принципе, ничего толком ну, не доказала. Ну, у Дума тоже в какой-то момент было 6 крипов. Нет, ну, у Дума хоть он экспу получал, в этом хоть был плюс. А с Мирана оказалось так, что они сделали один килл, потом они ее бросили. И в итоге вопрос, зачем нам агильщик, который как бы кэрри, но он стоит и нюхает вообще. Нюхает крипов и все остальное. Поставь любого героя, вот как Бэтрайдер, и он, наверное, будет в 10 раз полезнее, чем вот еще один кэрри. То есть, ну, вы совсем. Да и кэрри такой, как мы уже обсуждали, не самый лютый. Так, я пытаюсь найти, где этот самый призовой фонд. Блин, призовой фонд-то уже 5 миллионов 651 тысяча. Да, то есть у нас в Мувике уже можно смело анонсировать, что у нас люди едут не за миллионом, а за миллионами. Да, за миллионами. Но как ты считаешь, Дим, есть ли достойные команды повоевать за эти миллионные? Да, естественно, есть. Не, они все вот получили это среди вот этих квалификаций. Но из того, что я видел сегодня, Arrow Gaming меня удивили. То есть я видел, как они уверенно играли Катали, но как только они вошли с MVP во второй матч, я не ожидал, что настолько все интересно могут исполнять Arrow, что после этого я ожидаю успеха от американцев или от европейцев, потому что... Ну, то есть ты считаешь, что если будет какая-то ситуация нестандартная, и Arrow встретится с соперником либо таким же, как они, сильным, да, либо чуть сильнее, то они могут просто посыпаться? Да, я считаю то, что если у нас вдруг выходит игра в макро, где доминируют у нас европейцы, китайцы, американцы, то здесь вот азиаты показали, что они просто что собирать, куда бегать, как нападать, какие бараки бить, то есть это все еще надо им изучать. Ну да, но я думаю, разберутся, ребята, не первый год играть. Тем более, этот International там 5,5 миллионов, следующий там 15,5 миллионов. Да, ну, такое. Рано или поздно они научатся. Да, ну вот сейчас посмотрим, что у нас тут получается. У нас получается, что Arrow сидят сейчас уже в финале. Они уже гарантированно едут в Сиэтл. Они ждут оппонента, который выяснится у нас завтра вроде бы с утра. Там в 7 утра, кажется, эта каточка завтра будет. Завтра буду за MVP вот прям топить. Так, блин, это корейцы. Не, корейцы на самом деле классно отыграли. Я в жизни не мог бы представить, что на этих квалификациях, где будут такие вроде бы сильные команды, там и Коса, громкий тег, да, и игроки там вроде бы неплохие, и вот там Минески, Мистрас, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и тут такие MVP Феникс. Полтора года в Доте. Какие полтора? Ну ладно. Я их полгода вообще не знал. Не, я имею в виду, что в принципе они играют там года полтора вообще. От момента первого запуска игры и до момента попадания. Что это за ярлык? Типа того, да. Нифига непонятно. То есть, и сейчас они показывают какие-то там феноменальные результаты. Ну, я, например, за них очень доволен. Я думаю, что они тоже должны быть довольны своими успехами. То, что попасть там с первого места в группе, да, выйти в стадию плей-офф. Угу, просто после квали. Дисбанд, не оправдали наших ожиданий. Днари. Да, просто полгода тренировались на какой-то интернешнл, не смогли поехать. Что это за команда? И такой сидит НС такой. И ликвиды тоже. Да. Не, ну ликвиды хотя бы со второго места вышли, и то хорошо. Вот, кстати, ликвиды скоро, сейчас, я думаю, они как раз и смотрят, должны, по крайней мере, смотреть все эти матчи, потому что потенциально это их, ну, будущие оппоненты, потому что ребята вышли со второго места, американские эти, и они будут играть либо против Mistrust, либо против корейцев, либо против Arrow Gaming. Да, кстати, вот я хотел сказать, то, что если у нас будет ближайший финал лузеров прогноз, то здесь уже большая ставка на Митрас, потому что, как мы видим, если эти ребята не фейлят с пиком и не фейлят там с ранними мувами, то вот именно макроигра у них уже более-менее отточена, в то время как у MVP там огромные приключения на этой почве. Это так называется нынче, да? Приключения. Это у нас курьезы, приключения тут.
Особенности. Да, особенности. Не, на самом деле, это так и есть, потому что вроде бы пикают ребята, ну, нормально, да, вот если посмотреть на Мистраст, они против Минески брали хороших героев, то есть, и единственная проблема была в прошлой игре, не в этой, а то, что там Патма сделала два минуса еще до выхода крипов, там нафидели эту Патму просто до потери пульса. Но потом... Она все вернула. А, она все вернула, но потом появилась темпларка, которая пользуется доминированием на начальной стадии. И вот в той игре Дэб еще добавил то, что у Митрас не было вообще ни одного адекватного кэрри. То есть была у нас фантомка с бабочкой, был в Рейс Кинг без МКБ, который ее почти не бил, бил очень медленно, все уходило в рефракшн. Был у нас инвокер, который то же самое. То есть не было вообще ни одного кэрри, и было чудо то, что они вообще держались все это время. Ну там да, там был вопрос времени, по факту, когда темпларка придет, и вот так вот чух. Да, гильщики все-таки посильнее у нас, милишников. Да-да-да, есть такое. Ну что ж, друзья, мы, наверное, на сегодня будем завязывать с этой дотой. Увидимся с вами уже, наверное, завтра вроде бы там тоже в 7 утра по Киеву, 8 по Москве, если мне память не изменяет. Ну и матчи у нас будут в следующем порядке. Сначала будут играть Mistrust против MVP Phoenix, Best of 3 серия, после чего победитель... Вот, как раз, да, точно всем по Киеву. После чего победитель встретится с Arrow Gaming. И там выяснится, кто поедет в на International тыкать пальцем в игроков, занявших второе место, и которые потом по факту, скорее всего, проиграют в квалификации. Но... А кто будет вот этими ребятами, на которых будут тыкать пальцем, собственно, после квалификации? Каспер — это оптимист в кавычках. Я человек-оптимист. Ну что ж, с вами сегодня работали... Кто у нас был сегодня? Версута был точно, был вот Лос точно, был Годхант и, собственно, я, Каспер. Точно был. Где-то я там появлялся. Ну и спасибо всем за ваше внимание. Увидимся с вами мы уже завтра утром. И до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, дорогие друзья. Пока. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.